Владимирович, председатель комиссии по вопросам миграции в Совете по делам национальности при правительстве Москвы, директор информационно-аналитического центра «Прогноз», фонда «Добрососедство», секретарь попечительского совета МПГУ, кстати сказать, коллега Рустам Яковлевич Рубин. Меня попросили высказаться с точки зрения миграционных процессов и экологии. Я тут же вспомнил строки Рождественского. Все процессы реакционны, если рушится человек. Ну, смысл говорить об экологии, если нет человечества как такового или людей как таковых. И, как говорил Владимир Владимирович, если нас, нам нет места в этом мире. То есть Россия как таковая, вот о чем я тоже говорил в другой форме. Ну, общая ситуация с миграционными процессами у нас, как это многим мне покажется, парадоксально, обстоят не так глобально, как это было в Советском Союзе. Миграции в Советском Союзе было больше в несколько раз, чем на территории нынешней Российской Федерации. Ну, для сравнения, Москва где-то каждые 10 лет прибавляется на 1 000 000 человек численно по населению. Вот, где-то каждые 10 лет Москва увеличивается на 1 000 000 человек в среднем. Но одно дело это было, когда в Москве был 1 000 000, 1 000 000 на 1 000 000. В начале прошлого века был 1 000 000, в 2017 году было уже 2,5 миллиона. А другое дело, когда к 12 миллионам прибавляется еще 1 000 000 человек. Совершенно другая картина, что называется. По национальному составу, если мы смотрим на нашу столицу, нашу великую родину Москву, Москва была, есть и будет преимущественно русским городом. Как было, условно говоря, 90% русского населения, там плюс-минус несколько процентов, так оно примерно и остается. Вот по прошлой переписи населения в Москве 92% назвали себя русским, область 93%. Вот так. При позапрошлой переписи, по-моему, 86%. А при царе-батюшке в Москве великороссами называли себя, их причисляли к великороссам где-то 95%. Ну, в общем, порядок цифр примерно тот же самый. Ну, плюс еще малороссы, украинцы, белорусы, которых тут называют одним народом с временно разделенными границами. Так что общая картина примерно такая. Но если мы посмотрим на территорию всего постсоветского пространства, ситуация несколько иная. Вот Российская Федерация в 92-м году, можно сказать, приняла концепцию устойчивости в области населения. Во всяком случае, складывается такое впечатление, что как было, условно говоря, на территории страны 148 миллионов человек в Российской Федерации, так оно примерно этой численности держится. Ну, за счет приезжих, в частности, в том числе. Кстати, опять вопреки многим легендам и предположениям, большая часть приезжих на территорию Российской Федерации это либо люди русской культуры с территории Средней Азии, как это было в 90-е, в начале нулевых, либо с территории Украины, Молдавии. То есть большая часть приезжих из 12 миллионов человек, которые относятся к миграции, Международная организация по миграции МОМ считает мигрантами, не родившихся на территории Российской Федерации. Так вот, большая часть этих людей, ну, примерно там 10-12 миллионов, число постоянно колеблется, это люди русской культуры. Если мы говорим про иностранных рабочих, на моих глазах рухнуло несколько бизнес-проектов, которые пытались завязаться с иностранными рабочими, которые едут сюда, как они думали, в гигантских количествах, и строили соответствующие бизнес-схемы. Бизнес-схемы провалились по той простой причине, что да, люди едут, но отнюдь не в тех масштабах, как считали эти эксперты. Они путали число приезжих с числом въездов, число регистрации с числом людей, и в результате получили число мигрантов, которые МОМ считает числом иностранных рабочих. А в концепции миграционной политики ясно и четко написано, что у нас среднесрочно на территории страны находится до 4 миллионов иностранцев, находилось до пандемии, из них до 3 миллионов рабочих как таковые. На момент начала пандемии у нас было 2,5 примерно миллиона иностранных рабочих, меньше. А на где-то лето прошлого года оставалось 1 700 000. Из них в Москве где-то находилось 600-700 тысяч человек. Да, это, кстати, очень большое количество, очень большое число. Но речь не идет не об изменении национального состава страны, как я уже говорил, не о каких-то других глобальных изменениях.
Но эти факторы могут использоваться как для стабилизации внутриполитической ситуации, так и во внутриполитической борьбе, потому что ну, человек – существо биологическое, это мы по экологии видим, кстати сказать, воздуха не будет, дышать не придется. Вот. И где-то 70-80% населения в любом случае, они так или иначе, как бы кто ни говорил, настроены в той или иной степени ксенофобно. То есть не приемлют миграцию как таковую, не то что иностранную, но даже свою, как говорится, понаехали тут из деревень всякое или не так. Ну, не нравится, когда приезжие. Это опять биологические миллионы лет эволюции человечества предполагали, что всякий чужой, не из нашего семейства даже, а не из племени, это либо потенциальная еда, либо он тебя съест. Так оно, к сожалению, было. Но только последние тысячелетия эту тенденцию поменяли, и то не везде. Вот, например, в Новой Зеландии маори эту практику применяли еще лет 150 назад, и это довольно большая народность. Вот, поэтому, если мы, но опять, если мы смотрим с точки зрения миграции, потенциал миграции на территорию Российской Федерации, он действительно большой и колоссальный. Потому что, вот, например, смотрим на население Казахстана, недавно Казахстан был на слуху у всех, там было где-то 17 миллионов человек, 16 миллионов в 91-м году населения. Сейчас примерно столько же. Но был момент, когда вообще там население было 12 миллионов. То есть население Казахстана реально, несмотря на массовый был отъезд русского населения, не казахского населения, ну, казахи тоже уезжали. Вот, оно выросло за счет преимущественно казахского населения. В том числе алларманов, так называемых, которые приезжали уже по программе переселения казахов на территорию Казахстана. Узбекистан был где-то 16 миллионов человек, сейчас где-то называют 3-4 миллиона человек. Таджикистан где-то было 5,5 миллиона, где-то сейчас миллионов 8. То есть вот можно посмотреть с вами на рост населения. Ну, вот наиболее большой рост – это Узбекистан, наиболее крупная по населенности страна Центральной и Средней Азии. То есть вот на территории постсоветского пространства, южнее Российской Федерации, там мы наблюдаем стремительный рост населения, которому зачастую некуда деться, потому что уже здесь упоминали относительно промышленного развития. Промышленного развития там, ну, есть, конечно, но отнюдь не такое, как это было в годы советской власти. Экологически вредные производства не создаются, хотя на территории Узбекистана было создано, по-моему, 3 нефтеперерабатывающих завода. А на остальных пространствах новых фактически нет, только модернизируются в той или иной степени страны. Поэтому населению заняться, по большому счету, нечем. Проекты переброски рек, ну, это неправильное слово, там не было слова переброски рек, на самом деле, кто занимался этой тематикой, там шла речь о переброске 0,5% стоков северных рек, которые оживили бы эти территории, дали бы работу колоссальному количеству людей, в том числе позволили бы накормить значительную часть человечества. Они в настоящее время остановлены, неизвестно, будут ли когда-либо возрождены. Вот. И многие проблемы, которые сейчас действительно возникают... Востребовано. Да, это все востребовано, но тем не менее есть экономика, есть политика. Вот. Но, тем не менее, если опять возвращаться ко всей этой теме, миграционные процессы оказывают, конечно, влияние на экологию, но отнюдь в меньшей степени, чем на это оказывают влияние колебания земной оси, во всяком случае, уж не говоря там о других факторах, или промышленность как таковая. Вот, собственно, и все. Мог бы рассказывать еще больше, но не материально. Спасибо, Сергей. Спасибо всем выступающим. Тут уже раздаются знаки, приглашают на открытие, так сказать, сегодняшнего мероприятия. Поэтому, подводя итоги, если есть у кого-то сейчас экстренные вопросы или какие-то мнения... Ага. Но, к сожалению, мы действительно сейчас ограничены по времени, поэтому те вопросы, которые готовил к сегодняшнему выступлению, чисто практического подхода, потому что, представляя организацию, которая занимается борьбой, как говорится, с нарушениями права, нарушениями своей экологии, вот,
Судя по Жанецкому, мы, конечно, занимались борьбой с плесенью. А и он правильно об этом говорил, что лучше научиться бороться все-таки с сыростью. Потому что административное уголовное законодательство вполне доступно, вполне общо, скажем так, охватывает все правонарушения, потому что я искренне удивился, когда посмотрел из тех 40 составов административных правонарушений, которые есть, там даже есть статья 8.43, Андрей Васильевич, это про вашу тематику, нарушение требований к осуществлению деятельности в Антарктике и условия ее осуществления. Представляете, то есть насколько мы охватили эти вопросы. Самое главное, чтобы они приносили результат. Я сторонник того, чтобы все-таки мы шли по тому образцу, когда, как ряду предприятий, ряду организаций европейского начинания, да и азиаты по этому пути идут, они все говорят о том, что нужно сделать так, чтобы было невыгодно нарушать природоохранное законодательство. У нас, к сожалению, проще заплатить штраф и действовать дальше. То есть мы стояли всегда на жесткой позиции лишения, так сказать, лицензий там, где они нужны, и жестких наказаний в отношении тех, кто допускает природоохранное нарушение. Что касается уголовного законодательства, то здесь просто криком кричали мы в свое время, потому что нам технически не хватало возможности экспертиз для, в связи с отсутствием настоящих точных методик осуществления, вернее, отчета ущерба и так далее и тому подобное. Что касается всего законодательства, конечно, все вы об этом знаете, оно громоздко, оно широко, оно не удовлетворяет всем требованиям, и весь пик законодательства пришелся на 95-2000 годы, когда весь пакет документов, профессиональных, вернее, нормативных актов был издан. Я не буду дальше углубляться. Единственное, что действительно хочу сказать, что мы дожились уже до того, что в Генеральной прокуратуре создали специальное управление по по надзору за исполнение природоохранного законодательства. Это за 300 лет существования прокуратуры России. Это создано было только в 2020 году. И господин Бастрыкин тоже далеко не ушел, создал следственный отдел по расследованию этих преступлений. То есть уже на такой уровень мы вышли борьбы с, грубо говоря, с правонарушениями. Ну и как-то один раз, присутствуя на круглом столе, один рядом сидящий со мной человек сказал: ну что это вот мы говорим о нарушениях, о наказаниях? Давайте просто займемся просвещением, давайте заставим человека понять. Хотя четче, чем сказал Михаил Михайлович Жванецкий, тут не скажешь. Все, что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище. Поэтому что толку от того, так сказать, что мы вот разрабатываем новые законы, хотелось бы действительно прийти к тому, чтобы просто их, этих нарушений там выпускать. Ну извините за эмоциональность выступления. Я буду завершать, наверное, еще последнее слово завершать. Мы просили профессора Малинецкого подвести под нашим круглым столом некую красную черту. Вот он любезно согласился. Вы знаете, тут очень просто подвести черту. Я сказал бы, обобщая все сказанное, что лучше всего сказал Маяковский о охране природы, и не только о ней. Я знаю, город будет, я знаю, усаду цвесть, когда такие люди в стране советской есть. Каждое слово существенно. Я рад, что есть у нас профессионалы. Я рад, что у нас много советских людей. Я надеюсь, их еще будет еще больше. Я надеюсь, все сложится. Спасибо всем большое. Как вот в пору, когда я работал режиссером, была такая фраза: всем спасибо, все снято.